Так, приехали на Клещу. Ну, приехали, громко сказано, поскольку после деревни в основном шли. Я пытался выйти на лед через камыши, но поначалу было легко, потом такая стена сплошная, и осталось всего метров 5, но не пробился, вернулся ко всему. Ну, по льду хорошо, по крайней мере, ровная поверхность, а не то, что там чернозем порытый тяжелой техникой, одни колдобины. А что тут мокро, да, возле берега? Не стой, примерзнешь. Оп! Ну что? Где там в Америке есть соревнования? На ледяных озерах, да, гоняют? По 400 километров автомобиль разгоняют.